Уинстон Черчилль однажды сказал: «Умные люди не все ошибки в своей жизни допускают сами. Они позволяют ошибаться другим». Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, какой путь тебя ждет в бизнесе, каких ошибок ты можешь избежать и как сделать так, чтобы путь в этом бизнесе у тебя был максимально кратчайшим к твоему успеху. Большинство новичков, приходя в этот бизнес, проходят через 4 этапа развития. Если, конечно, у них хватает терпения и не доходят до 4-го, самого результативного и успешного. Но не знаю, смогу ли я повторить все приемчики. Да ты и не узнаешь. Пока не попробуешь. Да. Если ты новичок, то ты проходишь свой первый этап развития в бизнесе. В любом случае, первый этап – это когда ты горишь со всей силы, когда ты думаешь, что все люди тебе сейчас скажут «да», когда все согласятся с твоим бизнес-предложением, купят твои товары или твои услуги, потому что это же самое классное, что есть на Земле. Зачастую происходит обратное, люди говорят тебе нет. И задаешься вопросом почему, а на самом деле все просто. Первое, ты не умеешь говорить. Новички вообще часто не умеют говорить по одной простой причине. Нас не учат ни в школе, ни в институте, ни на работе. Нас не учат переговорам, нас не учат продажам. И мы получаем отказ за отказом, потому что нет навыков. А второе, почему часто ты получаешь отказы, потому что ты чересчур сильно горишь. Ведь чем сильнее ты горишь, чем сильнее ты хочешь чего-либо получить в этой жизни, тем больше шансов, что ничего не получится. И наоборот, чем спокойнее и равнодушнее ты к чему-то относишься, тем больше шансов, что все получится и все произойдет. Мы все с вами были детьми, подростками, давайте поговорим об этом возрасте. И когда мы были подростками, мы все мечтали о любви. Мы мечтали, что вот сейчас на той-то вечеринке или дискотеке, или вот здесь на каком-нибудь празднике, мы познакомимся с тем самым лучшим человеком на планете Земля, и вот будет нам самая большая любовь на свете. И как только мы начинали об этом думать, идя на какой-то праздник или вечеринку, обязательно ничего не получалось. Обязательно там не было того самого человека. И наоборот. Чем меньше мы думали, чем меньше мы переживали и оказывались в каком-то месте, на какой-то дискотеке или тусовке, случайно, как нам казалось, мы находили там того человека, которого мы искали так долго. Случайность и не случайно. Нужно отпустить ситуацию. Чем спокойнее ты будешь относиться к конечному результату и больше углубляться в процесс, тем больше шансов, что люди тебе будут говорить «да». И тогда вы дойдете до второго этапа. Твои мысли подобны кругам на воде, друг мой. В волнении исчезает ясность. Но если ты дашь волнам успокоиться, ответ станет очевидным. И вот огромное количество отказов, которые ты получил на первом этапе, меняет твой позитивный настрой на негативный настрой. Ты уже ждешь заранее, что тебе будут возражать. И именно эти возражения ты и получаешь. То, о чем ты думаешь, то к тебе и приходит. Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там ее и встречаем. Ты уже заранее ждешь, что тебе будут отказывать, люди будут говорить «нет». При этом твои родственники, друзья и знакомые, которые очень тебя любят, начинают тебе говорить, что все это ерунда, что у тебя ничего не получится, что это не бизнес, и нужно уже в конце концов заняться делом и устроиться на работу. Но самый твой страшный враг – это твои сомнения. Это твои мысли, которые тебя съедают изнутри. Ты все чаще и чаще думаешь, чтобы бросить все. Бросить и уйти, но куда уйти ты не знаешь, чем заниматься дальше в жизни ты не знаешь. И поэтому ты продолжаешь работать, но твой негативный настрой, твои самые страшные мысли изнутри, получится, не получится, не съедают тебя изнутри. И иногда тебе хочется остановиться, руки опускаются, тебе хочется остановиться и уйти. Уйти совсем. Почему раньше не бросил? Ты ведь знал, что я хочу от тебя избавиться, и все равно остался. Да, остался. Я остался, хотя мне было больно, когда вы попадали мне в голову камнем или говорили, что от меня воняет. А все потому, что моя прежняя жизнь причиняла мне боль каждый день.
вот когда ты уже стоишь на самом краю, и ты уже почти готов все бросить, тебя останавливает только одно. Это твои мечты. То, ради чего ты делал все эти шаги, то, ради чего ты начинал этот бизнес. А самое главное, даже не только мечты, но и мысли о том, что будет, если ты сейчас возьмешь и все бросишь. Может, стоит все бросить и снова заняться лапшой? Бросить, не бросить, лапша, не лапша. Тебя слишком занимает, что было и то, что будет. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. Ты вернешься назад на работу. Будешь вставать каждый день по будильнику, который ты уже ненавидишь. И все вернется на круги своя. Жизнь коротка, она проходит. И для того, чтобы что-то изменилось, нужно что-то менять. Ты устаешь переживать. Ты устаешь думать о том, получится или не получится. Ты начинаешь просто действовать. Ты делаешь шаг за шагом. Просто бездумно. Шаг за шагом. И ты делаешь шаг за шагом, не думая о результате. Ты не думаешь о том, получится у тебя или нет. Ты поглощен процессом. Ты устал думать о позитиве или о негативе. Теперь ты просто работаешь. Но самое интересное в том, что у тебя стало гораздо больше профессионализма за то время, пока ты работал. И у тебя начинает получаться. Начинает получаться все чаще и все больше. И ты потихоньку начинаешь приобретать уверенность в себе и работать уже более профессионально. Настало время поведать тебе то, что следовало поведать уже давным-давно. Слушаю. Секретный ингредиент моего секретно-ингредиентного супа. О! Слушай меня. Секретного ингредиента не существует. Как? Не существует. Нет его. Никакого секретного ингредиента. Постой, постой. Так мы готовим обыкновенную лапшу, не добавляем ни специй, ни особенного соуса? Да незачем! Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное. Никакого секретного ингредиента нет. Вот и выходит, что все мироздание – это суть, игра моего ума. А если вы со мной согласитесь, то и вашего тоже. Да. И вот на четвертом этапе, когда ты уже профессионал, у тебя все получается так, как ты задумал. Когда большинство случайностей уже не случайный, а четко продуманный план. Ты понимаешь, получится у тебя или не получится. Ты понимаешь, чем все закончится. Все твои шаги просчитаны, и они профессиональны. Ты живешь так, как захочешь. Об этом мечтают все. Но не каждый пройдет все четыре этапа. Большинство сдаются на первых этапах, не поняв даже самой простой мысли. Надо просто потерпеть. Но как? Как? Мне нужна ваша помощь, мастер. Нет, ты должен просто верить. Помни о том, что невозможно это слово дураков. Все возможно, нет нереальных целей, есть нереальные сроки. Нет неуспешных, есть нетерпеливые. Двигайся вперед каждый день. Масса потихоньку превращается в кассу. То есть чем больше ты делаешь, тем больше вариантов, что у тебя получится. И со временем ты станешь профессионалом и сможешь добиваться тех результатов, о которых ты сегодня даже не мечтаешь. Помни об этом и постоянно двигайся вперед. И будь успешным.